Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и видеообзор вещи необходимой, возможно необходимой в вашем туристическом снаряжении, ведро складное. Что может быть удобнее в походе, на рыбалке, на охоте, пластиковое ведро или складное ведро из ткани ПВХ объемом 9 литров или 11 литров. Естественно, такое ведро будет более компактным и более удобным. Ведро простое, сверху пластик, снизу пластик, ручка металлическая, между ними ткань ПВХ, полностью влага непроницаема. Данное ведро 9 литров. Такое ведро, оно не складывается, даже если вы его налили, бросили туда рыбу или еще чего-то. С таким ведром можно пойти и в лес за ягодами, за грибами. То есть такое ведро, как видим, достаточно удобно наливать и сливать в него воду. Складывается оно и хранится в удобном чехольчике, который всегда найдет свое место в багажнике вашего автомобиля. Ведра у нас 9 и 11 литров. Выбирайте, какой объем вам нужен. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.